Друзья, всем доброе, бодрое утро. Вот, короче, это посмотрите на этого доброго человека, который, так сказать. Короче, находимся сейчас в поезде в сторону Бреста. Уже практически почти доехали, где-то минут через 20 уже будем в Бресте. Вот, и у нас тут, не знаю, наверное, из песни «Танцуй, Россия» и «Плачь, Европа», потому что этот человек едет в Европу, вот, и... Мы здесь путешествуем сейчас, сели в Минске, вот. Сели, соответственно, в Минске, и в Минске, из Минска поезд едет, это скорый поезд в Брест, то есть он из Минска отправляется в час ночи, значит, и прибывает в Брест в 5:40. Ну, мы тут подкрепились вот таким вот квасом, вот у нас тут квас, причем достаточно такой прикольный, с каким-то забавным этим, как ты сказал, это комиксом, да, вот тут комикс есть, вот комикс. Так, ну что сказать, соответственно, поезд, в принципе, очень удобный, то есть, как видите, есть розетки, да, то есть можно зарядить розетки, все розетки вообще работают, Wi-Fi вот нету. Стоимость, короче, 10 белорусских рублей, то есть это примерно получается где-то, если я не ошибаюсь, 300 рублей российских. То есть я съехал из Минска в Брест. Вот мы еще тут чай брали, так сказать, чай с сахаром по 70 копеек, по-моему. То есть примерно где-то 20 российских рублей. Ну что, как твое впечатление по поводу вот белорусского поезда? Алло, гараж. Хорошо. Скажи что-нибудь. Пожелай доброе утро людям. Доброе. Хватит спать. Слушай, а можно вопрос? Да. У тебя 4000 часов просмотров. Год. Кроме того, друзья, надо добавить еще, что, соответственно, здесь нам предлагали эту, как его там, постельное белье. Постельное белье, короче, стоит 2 белорусских рубля. Соответственно, это сколько там? 60 рублей примерно. Ну, 60-70 рублей. Сейчас мы будем ехать дальше. Я не знаю, сейчас мы проезжаем уже почти на подъезде в Брест, то есть это район Жабинка, по-моему, в городке Жабинка я когда-то бывал, то есть там даже ночевал у очень гостеприимных, интересных людей. Ну а сейчас мы, собственно говоря, вот планируем добраться уже до Бреста, и в Бресте, не знаю, там или вот мой друг сразу сядет на Тересполь, либо, может быть, еще как-то еще по Бресту погуляем, то есть, в принципе, я даже там написал человеку, то есть тоже путешественник, может быть, увидимся. Вот. Ну и что ты хочешь спросить там, что? 4000 часов просмотра в год. Я точно не знаю, там за какой-то период, то есть там надо, ну, как бы они есть, они насчитаны, да, то есть у меня на двух каналах 4000 просмотров, соответственно. Вот. Не знаю, странно, я как-то захожу, у тебя 10-12 просмотров. Есть. Так дело в том, что у меня есть эти видеоролики Локомотива, которые постоянно смотрят. И кроме того, сейчас вот пройдусь еще по вагону, то есть, соответственно, вот в Минске 5:13. Офигенные здесь очень удобные такие вот розетки, то есть все вот заряжается, вот этот Powerbank завершил. Зайдем тогда, наверное, в туалет. Вот, туалет, соответственно, тоже хороший, очень удобный. Вот. Можно тут вот все повесить, как бы. Вот. Кнопка слива, все такое вот. Так, ну вот, вода тоже, соответственно, течет, все удобно. Вот тут есть мыло, ну, соответственно, вот, унитаз. Там вот, не знаю, как она сама работает. Вот. То есть на кнопку нажимаю вот на эту, и там все. Ну и бумага тоже туалетная вот присутствует. Ну и кроме того, сейчас покажу еще прикол. Короче, там написано, где курить можно, а где курить нельзя. Сейчас посмотрим, соответственно. Вот он, этот прикол, короче, вот, при исследовании по территории Российской Федерации курение запрещено, а при исследовании по территории Республики Беларусь курение разрешено, достаточно такой вот прикол, да, то есть,
там едем, не курим, тут едем, курим. Вот, ну вот, короче, вот. Прикольно. Демократия. Ну, тогда посмотрим, вот действительно, тут накурено, вот, да, как бы. То есть есть окурки, в принципе, да, запах чувствуется, но что поделать, ну как бы так. Ну и еще вот как бы вот она вот, железная белорусская дорога, то есть мы видим и все тут едет, все прикольное такое, все классное, вот. Прикольно смотреть, вот как вот убегают вот эти вот деревья, убегают платформы, убегают домишки, вот так вот можно просто стоять, ехать и смотреть, вообще классно, короче. Короче, мне понравилось здесь ехать, очень впечатляюще. Вот. И, конечно, опять же, вот это вот. Так что, друзья, короче, будет время, забирайтесь как бы в Беларусь и прокатитесь на этом поезде, он прикольный, то есть тем, что вы ощущаете, как бы, поезд едет по разным регионам, да, как бы по разным регионам. По России он едет, с стороны Смоленска он там проезжает, и потом непосредственно он уже вот оказывается в Беларуси, и здесь вот по-другому, то есть в Минске он, вот мы сели час ночи, и вот очень быстро добрались до Бреста. Короче, классно. Вот. Ну, пойду к своему другу знакомому. О, билеты, слушай, принесли, да? И еще здесь вот я вижу, что билеты, короче, ну давайте посмотрим билеты, наверное, да? Вот, смотри. Значит, прибытие 5:40, вот 5:40, что-то мне в пути 4,5 часа. Вот. 4:30 посмотрел. 4:30. Вот. А сейчас сколько точное время? Сейчас 5:22, да? 5:17. А, ну еще будет Жабинка, насколько понимаю, так сказать. Вот. Ну что ты можешь сказать? Смотри, в принципе, ну я не знаю, там как по поводу этого Тересполя. Опять наверняка сейчас выскочишь и побежишь, да? Что скажешь по поводу путешествия? То есть мы проехали Вязьму, Смоленск, Борисов, Минск. Конечно, все это в каком-то формате. Крупки. А? Крупки еще, да, так сказать. Вот. И да, достаточно. Да. Каханава там какая-то, я точно не помню, как это все называлось, вот. И вот в конце нам повезло, что действительно такой впечатляющий поезд, то есть, ну, лично я эту ночью не спал. Красное, да. В поезде я не спал, потому что, ну, как бы, не знаю, дорога, она прикольная, хорошо. Можно туда, кстати, сейчас вот выйти, так сказать, вот я тебе говорю, да, как бы, там смотреть, как убегают эти вот рельсы, шпалы, убегают Тересполь, там, да, так сказать. Друзья, кстати, кто посмотрит это видео, может быть, в Бресте, может быть, пересечься, или, еще раз повторяю, что, может быть, есть кто желающий поехать из Бреста в сторону Смоленска, могу взять компанию, соответственно, и поехать автостопом, соответственно, к маршруту из Бреста через Минск, в сторону Смоленска, потом в сторону Санкт-Петербурга, вот, ну, через Москву. Вот, то есть такое. Так что пишите как бы личку ВКонтакте, вот, и будем путешествовать. Сейчас как раз самое такое время, макушка лета. Вот, вчера было 15, сегодня 16 июля. И надо путешествовать. Кроме того, как я заметил, там Франция победила. Ну что ж, поздравляю Францию, поздравляю всех французских друзей. Возможно, меня и во Франции смотрят, поэтому как бы, поздравляем с победой на чемпионате мира. Ну и давай что-нибудь тогда. Что ты думаешь? Тебя смотрят в Виндосе. Виндосе, да, точно смотрят. Что ты думаешь по поводу того, что Франция выиграла? Молодцы. Еще буквально, когда был матч России и Хорватии, то есть я был в Санкт-Петербурге, вот, наблюдал, так сказать, как там Хорватия, даже каких-то бибикающих хорватов видел, вот, а вот уже сейчас отказался
практически. То есть вообще у нас в планах сейчас там, соответственно, если там мой друг не убежит в Тереску быстро, бегом шахтятки сверкают, ну, крепость еще посмотреть. То есть я в крепости, конечно, был два раза. Вот, и, ну и что еще хочется добавить, соответственно, друзья, если кто из Беларуси реально посмотрит это видео, всем огромный привет, с кем удалось успел увидеться, то, да, с кем, ну, пламенный привет, так сказать, сейчас новое путешествие тоже планируется, так что, ну, тут также совершить. Вот, путешествуем дальше, пишите комментарии, буду очень рад, что вы там, например, напишите. Всем пока-пока. Ну что ж. Mm-hmm.